Так, ага. Ага. Юху, всем привет, с вами Иноп, с вами Невервинтер, с вами мои братья, и снаружи это должен быть бессмертный голем, да, шарится? Должен, но не шарится, интересно. Ох, мать моя. Красиво я попал. Лусканский какой-то чувак. Дрессировщик. Ты бесишь меня. Эх, тяжела жизнь. Броненька. 130. Ну ладно, раньше соберем, раньше продадим. Лиса? Тебя, по-моему, искали. Кто вы? Ты Лиса, младшая сестра. Люс? Люс, моя сестра, я не могу вернуться к ним, мне слишком страшно. Я хочу вернуться в маску лунного камня, там работает Люс. Я скучаю по ней, здесь очень холодно. Я по ночам, и по ночам очень страшно. А теперь ты в безопасности, Лиса. Можешь возвращаться в маску лунного камня. Можно? Господи, спасибо, вы очень добрый мужчина. Дождаться не могу, когда снова увижу вас. Я не могу дождаться, как тебя голем размажет. Но она же об этом не знает. Глупая девочка. Не доверяй незнакомцам, тебе не говорили? Телепортация. Чёртовы маги. Ненавижу магов. Ну давайте бить постепенно. Блин, молния вообще не справляет. Скоро походу молнию может быть только так. Чисто пофаниться. Не броню. Вам броню сломали. Они убили собачку. Да и без разницы, мне пользы не так много того. Если я буду оплакивать каждого своего убитого питомца, записка. Где-то, в общем, записки валяются, убежище Маугрима охраняет, бла-бла-бла. Да без разницы, кто там охраняет, честно. Куда она рванула? Фига себе! Видели, ей даже этот стены этот. Я в офиге. Давай болезнью их. Я спарю тебе брюхо! О, блин, плюс два так. Плюс два это отстойно. Ничего нового. Зачем я деньги собираю? Они по факту не нужны. Вон какая-то фигнюшечка. Никакой пощады! Нормально так. Волшебник Лускана. Да блин. Давай это туда. Черт. Уходи. Не успел призвать-то. Обида.
А где она? Ты что, внутрь пошла? Вообще неадекватная. Смерть! Никакой пощады! Факт. Все умерли? Плохо дело. А чё за волшебник-то дерзкий-то такой? Так, значит, надо первым делом убрать волшебника. Понял. Давай, бурью. Вообще, по-моему, барабин. Что, как? Ладно, я еще приду туда. Давай, огонь. Твоя, твоя смерть уже близко! Давай и вот этим жахнем, блин. Никакой пощады! Сейчас ты умрешь! Давай, чё тебе страх? Умри просто. Капец, они орут. Так, там какой-то жесткий маг есть. Прям вообще жесткий. Но мне говорили, возьми ботинки с иммунитетом к смерти. Я еще думаю, брать, не брать. Выеживаюсь, чё. Оказывается, брать-то надо. Но с другой стороны, зависит от ботинок, это отстой. Честно. Сейчас надо зайти, кастануть и убежать, пусть они там умирают медленно. У меня гениальный план, болезни все. Болезнь сделает свое дело. А мага нам все равно завалить надо как-то. Все нормально. Пошли разбираться. О, катапульты надо было сломать, оказывается. Чё бы они без меня делали? Кто такой? Монетки не найдется, дружище? Так кто ты? Что тебе нужно? Я всего лишь бедный слепой старик. Пожалуйста, не трогайте меня. Кто ты? Что ты здесь делаешь? Меня зовут Асгард, старик Асгард. Так называют меня дети. Иногда они обзывают меня Асгард. Асгард и зоркий глаз. Думаю, что не так в этом Асгарде? Если хотят меня обидеть. По крайней мере, так меня звали дети. Теперь детей не осталось из-за этих усканских мясников. Я стараюсь вывести из города как можно больше детей, но всех спасти не удается. Как слепой помогает детям покинуть город. Возможно, ты сможешь на меня
и видишь слепого беспомощного старика. Но если это так, то твои глаза приносят тебе не больше пользы, чем мои. О чем ты говоришь? Давным-давно, до того, как мои волосы посидели, а глаза ослепли, я был контрабандистом в Невервинтере. Тогда меня не звали стариком Асгардом. Тогда я был просто Асгардом. Просто Асгард. Первый раз слышу. Это все же доказывает, каким я был профессионалом. Я наизусть знал каждый тайный ход внутри города и наружу. И хотя я ослеп, все еще могу найти большинство из них. Вот так мне удалось спасти детей, как пришла армия Лускана. И вот почему мне до сих пор удавалось спастись от лусканских солдат. Каждый раз, когда я слышал их шаги на своем крыльце, я уходил через черный ход. Черный ход? Здесь нет черного хода. Нет, есть. Потайная дверь, к сожалению, ведет этот ход прямо в то место, где верховный командир Лускана разбил лагерь. На самом деле это даже забавно. Они установили огромные железные ворота, которые охраняют целые полчаса лучников, чтобы защитить их верховного командира. А какой-то старик слепой контрабандист спокойно может попасть туда, где куда только захочет, где находится этот черный ход. Он там напротив дальней угловой стены. Просто дотронься до книжной полки. Его не так сложно найти, если ты знаешь, что ищешь. Если хочешь, можешь воспользоваться им. Но, пожалуйста, никому о нем не рассказывай. Если Невервинтер выживет в этой войне, я хочу сохранить свои маленькие секреты. Никому... Никогда не знаешь, когда и что пригодится. Спасибо за информацию. Пригодится при поиске Арибет и Маугрима. Что ж, надеюсь, ты убьешь их, когда найдешь после той бойни, что они принесли в город. Иного они не заслуживают. Что касается меня, я останусь здесь, сомневаюсь, что слепой сможет как-то помочь тебе в твоем пути. Понятно. Ну ладно, мы сначала по-любому попробуем разобраться с волшебником. Чё бы нет-то. Мы же не зря сюда докапывались. Главное, если он начнет кастовать, бежать. А пока он не начал кастовать. Так, иди драться. Так, давай, вот это. Проверим, чье заклинание лучше, да? Здесь закончилось, здесь ничего не могу. Нет, могу. Стой, давай кнопку исцеления. Знай бы, что он кастует. Давай теперь вот это. Хорошо лупит. Нападай, нападай. Все. Фух. Насталось довольно... И че, записка и все? А, дух восстанавливает жизнь. Собачку, конечно, жалко. Странно. Ах ты ж. А я не сохранился. Классно. Обидно было. Давай. Это. Потом давай. Круг исцеления. Фига себе.
пачку убрали. Плохо дело. Так, теперь давай его фигачим. Что, не пробивает? Пробивала же раньше. Теперь давай вот это. Теперь огонь. О, его в прошлый раз фигачил этим же. Болезнью, походу. Все. Чертов ящик взял, мне все обломал. А если бы я его не победил опять? Вообще не думает обо мне. И неизвестно, какое копье. Но, возможно, оно хорошее. Так, то есть через темный ход, тайный ход, мы можем пройти сразу к генералу и убить его. Ворота охраняет бессмертный голем, это я видел. Ему мы сделать пока в плане такого делать ничего не сможем. Печаль. Сколько? Ну, уже, кстати, не так долго осталось. То есть, технически я могу эту дверь открыть. Технически. Надо оно нам. Пошли через тайный ход. Вам не победить нас! Да, помолчи ты уже. Не победить ей нас. Вообще не при делах. Вот это книжная полка. Бей их! Нет, не бей их так. Так, стой, мне надо как-то бить, чтобы задевать как можно больше. Ладно, бей сюда. Их бы огнем, поскольку они ледяные, ну да ладно. Давай круг исцеления. Песик, не умирай. Может его все-таки спасти? Да, его уже не спасти, да? А, регенерация. Даже не успел. Нормально. Противоядие. Кому оно нужно вообще? Кто-то скажет, играл бы ты на максимальной сложности. Да, играл бы, было бы нужно, но я же не играю. Опять дрессировщик.
Сколько дает? Да, блин, ударь его. У меня фобия ящиков теперь. Вот не зря боялся. Он мне молнии, я его молнии. 330, это... Мне дали 4000. 300... Заработать 4000, это грабить 10 домов. Почему Neverwinter не ценит своих спасителей? Или почему всегда в RPG такого... Мне очень жаль. Бога. Экономика. На, получай. Два. Квай будешь, нет? Стойте, это големы этих же? Ну-ка. Где плюс 5 метров? Плюс 2 вот это, да? Сейчас проверим. Походу, да, это эти големы, которые как у создателей были. Ты будешь убить? Это оружие неэффективно. Он еще и заря хилился, сейчас-то. Пошли вон. Сейчас ты умрешь! Ты не поверишь, и ты побрешь просто. Как побеждать големов фасадных, я пока не понял. Что-то их вот эти дыхания неизвестные какое-то не особо работает. Два опыта, серьезно. А, меня опять ударит. Ну, бей меня. Согласна. Никакой пи! Меня бьет, а она согласна. Знаешь, какая? Чем же мне победить этого голема? Осадного. Какая-то адская машина, вообще, честное слово. Может, при смерти генерала она умирает? Не знаю. Так оставал, собака. Вам не победить нас! Да, не победить его. Он же здесь, да? А, нет, все. То есть второй генерал пал тоже. Лем, интересно, умрет или не умрет? Но биться с ним это бессмысленно, это точно.
Либо я просто не знаю как. Одно из двух. Любой вариант вполне подходит. Но регенерация мощная вещь. Ха! Да, реально. Мало шара. Так, мне нужно туда. Вход в дом, вход в дом. Опять вы. Ну пусть разрядами. А нет, лучше разряд, наверное, оставить. Чего? Ты что сейчас случилось? Разряда вот лучше вон такие твари их оставить. Они не знают прощады. О, 2000 осталось. Хорошо. Ловкости 4, у меня, по-моему, 3, да? Ништяк. Не зря зашел. Ну, а труп, привет. Так, и что мне делать дальше? Вопрос. Волшебник Лускана, они жесткие вообще. Пробуем песика. Получи регенерацию. Ладненько. В смысле ты и я? Вы офигели, нет? Да, призывай. Давай на себя. Умрите! Так, стопэ. На тебе град. На тебе град. Это истинное зрение зачем-то сюда кастовал. Зачем? Непонятно. Зелье невидимости. Да нафиг надо. А, адские вещи. Что-то чем дальше я качаюсь, тем я понимаю, что собачка бы такая бесполезная. Нафига я вообще ее брал? Нафига еще друидом начал? Надо было медведя брать, типа танк. А волк ни туда, ни вперед, ни назад. Ни вперед, ни назад, ну как-то. Или сокола взять. Может вообще его атаковать нельзя, он просто там по сетям поселетает. Или прикиньте, я бы с крысой бегал. Она же вообще бесполезна. Хотя у них, по-моему, каждые несколько уровней свои определенные бафы, дебафы. Ага, пошли. Обида, набора, сесла.
Нормально, по чуть-чуть, но. Ну ладно, они пока сражаются, мы их пока бьем. Ладно, пусть собачка живет в этот раз. Полудракон бьёло... Да ладно. Ой-ой-ой-ой-ой. Он выжил. Ништяк. Лечим. 6. Ладно, не жмочься десяткой. Ты-то куда? Ладно, его убить можно. Но, наверное, лучше в следующей серии. Да, немножко не успеваем. Ну что ж, будет короткое. Хорошо прорываемся, били капитанов. В принципе, не зря. Всем до следующей серии, всем пока.